Maşallah maşallah. Yorulmayasınız. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Şeyh Şah Yusuf. А что вы делаете? Сегодня у нас два утащи. Они еще пол там делается, а второй шашлык тут делаем. А люля кабаб еще через полчаса Какое это мясо? Это мясо халяль мясо. Я понял, халяль. То, что дозволено Аллахом. То, что дозволено. Животное, какое животное? Животное, ну что, что тут, угадайте. Я не знаю, скажите вы. Ну, близко к барану. Козел? Козел, да, козел. Сегодня жарить, шашлык будем делать и люля кабаб будем делать. А где люля? Люля еще готовится, но ее через 20 минут, наверное, будем доставать. Это ваша машина, да? Да, это машина вся моя. И у меня помощница есть. Пожалуйста, Севдабадзе, расскажите пару слов. Это моя сестра, Севдабадзе называется, ее имя Севдабадзе. Она мать троих мусульманинов, мать шейх Шаига, который он трудится у нас в мечети, Херсонской центральной мечети, он имам мечети, и шейх Шахрузи, имам мечети. Они все тут, все помогли. Она растила три сыновья и стоит гордиться. Скажите пару слов, пожалуйста, Севдабадзе. Ha gel tuşta Deyran. Gel bura. Скажите на прощание пару слов. Нет, у нас мы прощание слово у меня последнее будет после люля кабаба. Сейчас на паузу можно ставить. Реклама. Да, на паузу, потом уже посмотрим. Хорошо. Gel buraya, gel buraya. Onu sundu, gel buraya.